Валют-банда. Давайте мы с вами расширим призовой фонд, и комментарии на тему, сколько сил в S13, тоже получат шанс выиграть футбол. Теперь футболки будет две выдано, а не одна. Поэтому комментим черной машине и белой. Что, вот машинки и дома. Приехали, выгружены. А вы участвуете в конкурсе, участвуйте. Кстати, сегодня я вам позже покажу, вроде бы, какие именно футболки вы получите. Ребята, вы постоянно меня спрашиваете, где купить запчасти на ваши привезенные тачки. Потому что много поврежденных машин приходит постоянно из-за границы, и все вы их ремонтируете. Спрашиваете, где найти нормального поставщика? Я нашел поставщика. Это BSS Parts. Серьезно, у них есть любой выбор крыльев, оптики, бамперов, нормальные цены, оригинал, аналоги. Качество всегда на уровне. Зайдите и посмотрите. Хорошие новости на этом не заканчиваются, потому что только что со мной связался менеджмент BSS Parts и говорит, давайте сделаем скидочку 15% по промокоду DRIFT15. Так что, пожалуйста, BSS Parts, DRIFT15, 15% скидки. Так, сегодня день новостей, просто день новостей. Смотрите, кого я поймал. Пришел Аловацкий. Привет. Салют, салют. И принес нереальный дроп. Ребята, нереальный дроп. И в лучших традициях мы его не покажем, и вы можете скидывать ему бабло. Я иду вам навстречу, сейчас будет спойлер нового дропа, нового мерча Дмитрий Люк, эксклюзивно в ODF Shop. Смотрите, какие черные они, вы видели это первыми. Кидайте деньги ему и получайте свой мерч эксклюзивно из ODF Shop.